Всем привет, меня зовут Александр, и я продолжаю прохождение игры Stray. Собственно говоря, на прошлой серии я закончил на том, что исследовал город Мидтаун и оставил самое вкусное на потом. А если быть точнее, это диалог с Клементино и дальнейшее прохождение игры по сюжету. Как я и обещал, да, я нашел... я всего смог найти две подсказки дополнительных, точнее... Два воспоминания, то есть, это... Вот, одно воспоминание было в парикмахерской, и одно воспоминание было... В одном из переулков, получается. То есть там я пропустил возможность подняться на крышу наверх, и, собственно, там было воспоминание. И одно воспоминание было у нас в парикмахерской. В общем, два простых места, которые пропустил, да, но они особо ни о чем не говорят. То есть там... Давайте посмотрим, что там было. Нет, это не крыша. Вот, это была у нас крыша, на которую я не залез, пропустив вентиляционный люк, да, то есть по нему можно было проскочить и залезть на самый верх, осмотревшись. Вот, как бы текст, который был там, и в парикмахерской я нашел вот данную тему. То есть в парикмахерской, кстати, был довольно интересный прибор, какой-то Sleepy называется, типа радио там подобное. Я так и не понял, зачем он нужен, да, но... Все, как бы. Остальное я не нашел. Я подозреваю то, что остальные воспоминания будут далее по сюжету, поэтому нам нужно в любом случае идти уже знакомиться с Клементиной и двигаться дальше. Поэтому погнали, посмотрим, что у нас из этого получится. Я так понимаю, мы уже на конце, мы уже в конце игры. Тут осталось совсем немного, поэтому давайте завершим все красиво. По красоте, ну блин, я уже побежал не в ту сторону, нужно поменять локацию. Так, Клементиночка, наша Клементиночка, ты где? Отвечай, что ты делаешь в моем доме? Погоди, значит, Балтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, это мой новый рекрут. Какой-то ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивости тебе не занимать. Да, конечно, я вообще котяра еще тот. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из Рабовейника. Но стража всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Давай, Клементиночка, работаем. Операция X. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что корпорация Нека на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. И не знаю его имени, это робот в куртке... Бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Такому маленькому быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последний, не стесняйся обращаться за помощью, город полон информации. Только держись подальше от стражей. Ну окей, окей, я понял. Только вот меня интересует, а что это у нас такое? Это куртка, которую мы украли в том магазине. Блин, да я понял то, что это куртка, а как ее использовать? Как использовать эту куртку? Вопрос серьезный. Так, я уже забыл, кому нас отправили. Блин, а кому нас отправили? Бум-бурум-бурум. Блин, ну ладно, давайте пробежимся, посмотрим. Так, а что у нас там за послание? Еще раз. Куртки, бомберы, золотой цепью на шее. Все, я понял. Так, куртка-бомбер. У кого? У кого золотая цепь? А, я, кажется, понял, кто это. Я понял. Мы находили такого дядьку, который говорил нам сразу, типа, отвали, мы с тобой дел не имеем. Я так подозреваю, наверное, это был он. Он был в самом начале нашего пути здесь. Так, у тебя цепи нету, да? То есть, ну и ладно, ты нам нахрен не нужен. Так, это не здесь. Нет, это точно было не здесь, это было в каком-то из переулков. Так, а у тебя что, у тебя цепь была, что ли, или что? Не-не-не, ты у нас обычная работяга. Вот он, походу, да, у нас? У тебя есть цепь, нет? Вот он, да-да-да. Я занят, что ты хочешь? Смотри, читай. Откуда ты это взял?
О, ты из Аутсай, мой агент. Итак, вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации НЕКО, вон там, но его территория закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея, принеси мне куртку рабочего и каску рабочего, а я пока побуду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Куртка есть, а каска? А где мне каску добыть? Я думал, я вот такой уже как бы все решил здесь, у меня все готово. Сейчас пройду, бах-бах, и все. Ну-ка. Блин, да я даже не знаю, где мне каску надыбать. Отлично, эта куртка именно то, что нам нужно. Но мне все еще нужна каска рабочего. Ты уже нашел такую? Так, ладно, понятно. А, есть у меня одна идейка. Нужно найти рабочих и свалить их с ног. Вот, которые в движении находятся. У них, скорее всего, каска упадет, и я ее просто, так скажем, заберу перед носом у них. О, открылся магазин. Заходи в магазин, да, когда там пополняют запасы. А учитывая, насколько некомпетентны эти двое, это может занять кучу времени. Все, я понял, я понял. Вот здесь мы эту каску, скорее всего, и заберем. Ну, давай, неси меня. Не просто ж так это сделано. Я уже целый вечер жду, когда Стулпач вернется и поможет мне выполнить запас шляп. Босс очень недоволен. Если этот парень снова валяет балду в баре, ему не поздоровится. Так, Стулпач какой-то, да, получается? Или как его зовут? Ну, давайте в бар сгоняем. Все, в принципе, я понял, что нам нужно делать примерно. Рейзингун какой-то, Джазим. Сменить музыку. О! Смотрите, ни хрена, походу-то он и ездит, набухался себе скотина и спит, а? Я тебя бегаю ищу тут уже. Сука, это не он, походу. Так, на тебя можно что-нибудь скинуть, нет? А, все, сейчас мы тебя устроим. Подожди. Проснись и пой, блядь! Ну чё? Глаза, блин, выкатил. Все, разбудили, да? Как тебя зовут, алло? Ладно, короче, пора бежать. Так, коробка, коробка. Так, не промахнуться, не промахнуться. Так, куда он пойдет вообще? Так, все, он пошел бухой, блин, бухая скотина. Так, ладно. Алло! А, вот она. Ну что, нашли друг друга? Давайте. Руки в ноги и вперед. Да-да-да-да. Аккуратнее только ставь.
А что тут все легко, да, все легко, я просто забрал, ушел, туда-обратно, все готово. Тут у нас больше ничего нет интересного, да? Подсказок здесь, скорее всего, нету. Давайте сделаем так, чтобы нас не было видно. Прячемся под столик. Все, 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 все. Короче, нашли мы каску. Это было целое приключение. Так, а теперь нужно искать тут переулок. Все, погнали в переулок. Так, вот он, этот переулок. Или нет? Да-да-да. Так, здорово, Блайзер. Отлично, каска подойдет. Сейчас переденусь, может, отвернешься. Да ты чё? Не брезгливый, все нормально. Отлично, немного тесновато в талии, но сойдет. Запрыгивая в коробку, мы сейчас через проходную. Тесновато ему. Бери, что дают. Давай, отвлекай его. Нашли общий язык, и мы сразу горать. Я так понимаю, это фабрика корпорации НЕКО. Нам здесь нужно освоиться. Возможно, здесь есть две оставшиеся подсказки. Да не по-любому, здесь есть, тут без вариантов. Так, 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 стоять. Я понял. Так, ну все, мы здесь. Они же сканируют, да, по бесконечному. А там с кем-нибудь вообще можно пообщаться, алло? Вот и проскочили, отличненько. А что-то их тут много. Так, а ты у нас что роешься? Эй, как оружие, что здесь? Ты можешь мне помочь? Я потерял ключи от квартиры на этом огромном темном заводе. Стражи сказали помочь. А, стражи отказались помочь. Они сказали, есть некуда идти, здесь и да, есть работа. Если поможешь мне их найти, я буду тебе бесконечно благодарен. Ну, я попробую. Я вот там не был, да, наверное? Ты можешь вернуться, нет? А, или он конкретно проход, да, мониторит у меня. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас вообще там есть в целом. Проход он один, да, я так понимаю. Так, все, делаем... Нет, нет! Повезло. Красиво мы его, да? Ты спалил меня? Нет, нет, не спалил. Короче, походу, на вот к той двери, да? А где он ключи потерял? Мне кажется, ключи потеряны были вот в этой стороне, по-любому.
Здесь у нас нет ничего. Давайте на всякий случай осмотримся. Так, ключей у нас здесь нету. Там ключей вряд ли. Не, ну тут путь один. Ладно, короче, я погорячился, согласен. Здесь, скорее всего, ничего нету. Просто интересно. Так, ладно, как нам пробираться? Скорее всего, по верхней где-то части, да? У нас здесь есть проход. И чё это? Алло! Ты чё, охренел? Нифига себе он борзый, а! А, смотрите, вон оно, как туда пробраться можно, всё. Ну и что ты теперь крутиться будешь влево-вправо только? Так, успел, успел. Все хорошо. Внизу у нас здесь ничего нету. Так, и что я сделал? Тут робота заглючило, так-то между прочим. Довольно опасно ходить. Там у нас коробка. И как вот через него пробегать теперь? А, все. Сейчас он так вот вправо глянет. Готовимся, готовимся. Ну что-то их вообще жестко глючат, не знаю. Так, ну здесь у нас один проход. Чик-чик-чик-чик. Так вот, так ты теперь где у нас? Так, а вот здесь надо быть поаккуратней, повнимательней и поаккуратней в первую очередь. Давайте-ка вот не просто ж так эти бочки здесь сделаны, да? А вот оно. Ключи рабочего, отлично. Мы нашли ключики. Так, я думаю... Можно вернуться, только как? То есть мы же просто так сюда не вернемся, по-любому. О, загадка. А, то есть если я один раз пробегаю резко, да, то все, то есть нормально все. Так, рабочий, сотри. Куда я их мог положить? Держи. Не может быть, ты их нашел. Огромное спасибо, я уже так долго торчу на работе. Иди сюда, у меня есть кое-что, что я могу тебе дать взамен. Опа-на, значок НЕКа. Как говорится, о, я получил ачивку. Я собрал все значки, походу, да? Прикольно. Вроде бы это редко даже ачивка, ну, приятно. Ладно, потратили время, давайте уже заканчивать эту миссию. Так, где-то здесь должны быть еще подсказки, так понимаю, но я их не могу найти пока что, хотя вроде бы я побывал везде. Ну все, включаем КТ-ниндзю. Да ё-моё! Я вообще филигранно сработал, почему? Да
Да ёкарный бабай! Так, ну все, осматриваемся. Осматриваемся в любом случае. Ну и все, и по нашему, так скажем, ниндзя-пути. На изичах все. Блин! Да ёкарный ты, а! Какой же ты глазастый, а? Так, да ёк! Блядь! Уходим, уходим! Да отвали ты от меня! Бедный робот, походу он заглючен. Смотрите, как можно было легко. Я, блин, самурая включал какого-то. Да нет у меня, блядь, здесь! Оттуда я пришел, да, получается? Так, ну, пока что один вариант я тут вижу только. Прокатимся немного. Да стоять, стоять. Давай-ка сразу проход себе сделаем, чтобы... Так, а я могу эту бочку подкатить туда? Скорее всего, мне нужно будет вылезти. По-любому. Так, ну давайте сперва осмотримся. Короче, я сперва хочу смотреть, я уже загадку решил. С первого взгляда, короче, сразу вы там не подумаете ничего. Так, что у нас здесь? Нет задач, типа, да, получается? А что он делает? Он типа за мной следует, да, таким образом? Ну-ка. О! Я, кажется, понял, как попасть там в эту тему. Давай за мной. Давай, робот-пылесос. Второй робот у нас, да, получается? Так, дверь открыта. Так, ну тут должна быть подсказка. Так, все, давай, за мной сюда, дуй ко мне. И ты давай за мной. Алло. Давай, Биба и Боба, вставай. Биба туда, Боба сюда. Так, ну и все, и бочка, финальный вариант у нас, да? Бочку катим на третью кнопку. Так, ну пока я не нашел воспоминаний. Доп, никаких. Вот что-то подвисло немного, так. А, вот она, батарея. А давайте-ка мы... А, туда мы не можем, да, пока прокатиться.
Получилось! Быстрее уходим отсюда, пока не появились стражи. Клементина, мы должны отнести ей батарею. Да ёкарный ты бабай, а! А, вот он этот выход, да? Ну, короче, походу я пропустил. Подсказку я пропустил, да, походу. Ну и ладно, короче, сделаю за кадром. Чё париться-то, а? Главное, по сюжету мы прошли и все. Так, все, валим. Валим отсюда, валим до нашей Клементиночки. Все, мы все сперли, все забрали. Так, где у нас Клементина, в принципе, все понятно. О, они что, перекрыли проход, что ли? Такого не было. Прикольно меняется мир. Так, ну... Да не знаю, я завод прям нормально так-то обшарил. Да должен, ну... Не может быть такого, что там нету подсказки. Алло, а что случилось? Думаешь, преступница охотится за моей коллекцией старинных карт? Всем сохраняйте спокойствие, ведется поисковая операция. А, короче, все, облава на Клементину. Блин, Клементина, надо тебя спасать. Ёкарный бабай! Да вы предупредили бы, тут уже роботы! Сука! Чик-чик-чик-чик. Все. Ну все, Барток, давай. Отваливай. Это не брат... Дай! Так, ну короче, все. Вот я... Из меня стелсер, наверное, как не знаю. Нет, 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 нет. Ну, тут я не... Тут я не попадусь. Хотя бы здесь, но я не попадусь. Стоять. Так, уходим. Капец, они... Они все перекрыли. Да ёкарный! Прячься, сука! Как же их легко обмануть, а? Ну чё, банки жестяные, все, отваливаем от меня. А, вон он, да, проход. Всё. Так, рано, 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 рано. Так, я, если чё, готов снова прятаться там, где они меня не видят. Где у них радар? Три робота заглючило, алло. Так, все, пробегаем. Да ёкарный ты бабай, а, опять. Так, 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 так. Отстаньте от меня, блять, отстаньте. Так. Я в домике. Тык-дык-дык. Так, Клементиночка, так стулом меня не убей тут случайно. Это я, это котик. Маленький, миленький котик. Ты наверху, да? Под подушками, по-любому. Чё, серьезно, нет? Значит, ты телек смотришь. Так, ванной тебя нету. Алло, Клементина. Так, здесь тебя нету, здесь тебя нету. Вот здесь, да? А, Клементина? Клементина? Нет, ее здесь точно нет. О, что это? Похоже на какое-то закодированное сообщение. Чтобы выяснить, что с ней случилось, придется поиграть в детектива. Смотри, чего придется поиграть в детективов? Для бедренадцати кота. Ответ кроется в моих вещах. И еще 4 символа. Подпись Клементина, взгляни. Так. Напиток.
какашки, лодка, ваза. Чё, бля? Что? Ну, первое похоже на напиток с зефиркой. Второе это говно прям, один в один, ну не знаю. Ну что там может быть? Ну как, картошка, блядь, не знаю, картошка. Ну от... а чё? Хрен знает, короче, не знаю. Короче, о, смотрите. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу, ты уверен? Так, еще раз смотрим. А чё? А, можно, да, посмотреть? Можно. Так, что? Дай-ка посмотреть, посмотреть. А, ну это точно не телевизор, да? Это вот ваза. Короче, ищем вазу. Я только вазу разгадал. А, вот это было. Мои датчики могут обнаружить безвредные химические вещества, только в газообразном состоянии. Они не могут воссоздать то спокойное ощущение, которое я помню. Как и я, компаньоны не чуют запахов, поэтому мне интересно, зачем они это делают. Под контейнером тоже спрятано сообщение. Здесь написано Я с... Так, ну ладно, пока что это загадка. О, ваза. О. А, вон оно, это чучело. Чучело, ну-ка. А, странно вижу для квартиры. Это то, как здешние компаньоны видят людей? Довольно забавно. Смотрите, что-то есть. Здесь написано... Приходите в... Яс, приходите в... Яс, приходите в... О. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу, ты уверен? Так, ну раз подсказки у нас здесь, у нас есть что-то вот тут. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Так, а что у нас в кладовке? Здесь есть что-нибудь? Нет? Вон на ваза наверху, все, я нашел. На полочке, здесь точно подсказка. Так, я с, приходите вы. Понятия не имею, что такое, но его сочинение завораживает. Прости, отвлекся. Я даже не заметил это сообщение. Здесь написано ночной клуб. Я с, приходите в ночной клуб. Ну, все, короче, понятно. Я, короче, все понял, можно даже не читать. Ночной клуб, все. Слушай, робот, ты что, тупой, что ли? Не знаю, но вот чисто для тебя, то, блин, меня просто в клуб не пустят и все. Ну, по-любому, что-то наверху, да, у нас? Я наверху еще ничего не находил. А, драгоценный камень средней ценности низкой частоты. Кажется, свечение было добавлено искусственно. Может быть, это знак, чтобы мы могли что-то найти полезное? Бинго, сообщение. А, я с Блейзером, приходите в ночной клуб, все. Я с Блейзером, приходите в ночной клуб. Ура, отличная работа, лейтенант Код. Теперь пойдем найдем ее, времени мало. Лейтенант Код, блин. Так, а я могу быстро спуститься, да? Да ёкарный ты бабай, а! Опять попался! А просто уходим и все, чем мне бояться. Так, ночной клуб. Все. Погнали. Танцоры перебрались в новое место. Все, вот он. Это не для тебя, уходи. Слышь, ты уходи. Ну, если она с Блейзером, то она в проходе. Типа стоит, да? Мне тогда нужно искать проход, а потом идти в ночной клуб. Окей. Блейзер был вот здесь. Ну, короче, походу мне придется прошмыгнуть как-то в это место. А давайте-ка поговорим с этими тусовщиками. Вряд ли вышибало нас пустят. Эй, ребята, кажется, нам снова придется пробираться за... Все, я понял.
Здорово! Как дела? Что там интересного, очевидно? Теперь нужно как-то забраться наверх. Так, ну давайте начнем вот с того же самого места. Да кого? Сюда. Кстати, вот здесь была подсказка, которую я одну не нашел в прошлый раз, да? Она была вот здесь. Но это не здесь, по крайней мере... О, смотрите. О, чё, это что за чубрик, а? Интересный такой. Привет, как дела? Понятно. Мир очень сильно меняется. Здорово, дядька. Алекс, эй, как ты сюда попал? Хочешь потусить с нами? Вот, запрыгивай, иди выпей чего-нибудь. Спасибо. Оу. Роботусовка. Тыц-тыц. По-любому здесь может быть подсказка. А что она там осталось-то, а? Воспоминания, воспоминания. Доска какая-то объявлений. Ну, ее точно на заводе не было. Давайте, если мы здесь ее найдем, было бы хорошо. Фу, этот клуб отстой. Я пытался пройти дурацкий вип-зал, но меня выгнали. Меня? Можете представить? Вот я украл этот рычаг. Так, ради прикола. Если придешь мне выпить, дам тебе этот глупый рычаг. Мне он не нужен. Так, ну ок. Типа, ты у тебя рычаг, да? Так, тебя просто теремся, у тебя рычаг, об тебя просто теремся. Тебе нравится моя маска? Я сам ее сделал. Она глушит сканеры стражи и выглядит круто. Ой, зря ты это сказал. Влево-вправо, парам-пам-пам. Это называется танец Зигама. Ой, до этого вообще прет, ты уже, походу, выпил много. Я доплатил сегодняшнее танцевальное движение от вышибалы. Это он программирует голограмму в свободное время. Бармен. Привет, клиент. Доступ на VIP-балкон закрыт, там какая-то частная тусовка. По-моему, его забронировал парень по имени Блейзер. Так, а чтобы спереть напиток, что надо делать? Да что это такое? О, надо же. О, подсказка. Прикольно. Привет. Когда я был человеком, мы с друзьями собирались и веселились всю ночь, даже если на следующее утро приходилось страдать от неприятных последствий. Я любил радоваться жизни, несмотря на непригодную для обитания поверхность. И все более боги условия жизни под землей. И чё, и капиталистическую жадность таких компаний, как корпорация НЭКО, и полицейское государство, созданное стражами. Теперь я помню, зачем мы это делали. Так, а я что-то... А доску с объявлениями я пропустил, да? Ну, пускай, ладно, пускай. Короче, возможно, я ее найду попозже, да, но не сейчас. Выйти отсюда можно? Не здесь. Ну, в клубе, по крайней мере, есть подсказка. Хорошо. А вот где вторая, да пока непонятно. Отлично, у меня, по крайней мере, есть рычаг. Я сейчас активирую, отдам напиток и активирую рычаг, заберу. Да я понял, тебе этот клуб не нравится, да все, давай. Давай-ка обменяемся. О, спасибо, друг. Вот, держи, как я обещал. Я чисто только не знаю, для чего мне этот рычаг. Всем привет, с вами диджей Матки, давайте зажигать.
Первую песню попросил ваш очень сомнительный друг Блейзер. Что делать, алло? Я думал, я его отвлеку и нажму кнопку. Вон оно что, смотрите, бам. Меня это наверх поднимет, да? Ну давайте попробуем. Алло! Давай, поднимай. Так, здесь не пройти. Опять какая-то подсказка. О, смотрите. Типа я ж могу пробежаться по ним, да, просто. Давайте выстраивать просто проход. Так, ок. Здесь не получится, а если вот так вот. Так, быстрее, 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 быстрее. Они не связаны друг с другом, я так понимаю просто. Так, забавно. Ну-ка. Теперь можно. У меня очень хорошие отношения со стражей, не понимаю, почему другие постоянно жалуются на них. Так, ну, мы пробрались, да, мы пробрались в самую секретную комнату. Двух зайцев одним выстрелом. Ты не такой умный, как кажешься, котик. Впрочем, ничего личного. Бизнес есть бизнес. Бизнес — это деньги, а я ценю деньги намного больше, чем дружбу. Теперь они в вашем распоряжении. Сука. Охренеть, типа я в тюрьму попал, да? Алло.
прикольном. Ну, не знаю, мне кажется, было довольно интересно. Очень, так скажем, насыщенная часть игровая была теми событиями, которые мы прошли. Это и завод, да, и ночной клуб, и помощь нашей Клементине, в общем-то. Поэтому я думаю, мы на этом закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до следующей серии. Всем пока-пока!